funky. Приветствую, друзья! Рад приветствовать всех на канале Indie Light. Меня зовут Николай, я руководитель гриль Академии Weber, и сегодня мы с вами будем готовить индейку. А конкретно сегодня будем готовить вот такие вот прекрасные голени, голени индейки. Мы их будем томить в голландской печи. Голландская печь – это большая такая чугунная посудина. Если у вас такой нету, ну возьмите казанок, он прекрасно подойдет. Так, вскрываем упаковочку, достаем оттуда ножки. Ножкам таким глаз радуется. Потому что они прям конкретного размера. Из ингредиентов нам сегодня понадобится картошечка, лучок, масло растительное, масло сливочное, соль, перец, немножко темного пива и куркума, паприка, чеснок для маринада этих прекрасных ножек. Соль, перчик. Посыпаем обильно, потому что никак мы мариновать не будем. Сразу начнем готовить. Ножки мы замариновали, теперь подготовим лучок, подготовим картошечку, подготовим перчики. Лучок мелко-мелко рубим. Картошечку можно использовать бэбик, если у вас не совсем бэбик, вот как вот это, то ее пополам, наверное, лучше порубить. Перчик возьмем красный, для цвета нам подойдет. Режем его полосочками тоненько. Овощульки подготовили, уголечки у нас готовы. Давайте жарить. Уголек распределяем по краям гриля, чтобы в центр поставить голландскую печь. Ну и чтобы прямого жара сильно много не было, чтобы все-таки это дело томилось. Температура необходимая где-то 200-250. Сразу закидываем голень на прямой огонь, чтобы зажарить ее со всех сторон, запечатать мясо. А в голландскую печь отправляем лучок. Лучок у нас максимально золотистого цвета, дальше держать уже не стоит, поэтому добавляем сюда перчик. Овощульки обжарились, ножки тоже. Теперь их аккуратненько укладываем непосредственно в голландскую печь. Сюда же картофан. И заливаем это дело пивом. Закрываем крышечку и ждем. Самое сложное в этом рецепте ждать. Прошло порядка 3 часов. Там вы сами видели, какая красота творится. Ох, какая тяжелая. Ах, какая ароматика. Так хорошо разварилась, что из гриля ее не достать. Смотри, трясем вот так вот. И все, мясо с костей слазит. Настало время пробовать. Мое самое любимое занятие на всех съемках. Во-первых, начнем давай с бульона. Бульон получился нажористый. Никакого пива тут нету. Если пиво не хотите, добавьте воды, либо бульончика. По соли очень вкусно. Я бы сказал, очень нажористо. Индейка вся слезла с кости. Мясо разваливается. Нежнейшее. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И до новых встреч, друзья мои.